Приветствую вас, любители рыболовных приключений. В этом видео я приготовил и отправился на рыбалку потестировать уловистую рыболовную насадку. Я бы даже сказал, это супер уловистая рыболовная насадка для ловли всей мирной рыбы осенью. Готовится она очень легко, и каждый из вас сможет легко ее приготовить дома. Насадка для рыбалки по холодной воде показала шикарные результаты. Отлично на нее клюет лещ, плотва, густера. Карась и карп тоже не обойдут стороной эту насадку и порадуют вас поклевкой. Эта рыболовная насадка отлично держится на крючке и шикарно подходит для ловли как на поплавочную удочку, так и на фидер. Можно одевать на донку, можно одевать на флет. Смотрим, как приготовить. Вот такую большую банку купил кукурузы, в ней очень было много аромы, все это дело перелил вот в такой ковшик, закипело и теперь... В термосе у нас уже перловочка, и сейчас сюда наш отвар с кукурузы, запах просто великолепный. Ну что, готово, закупориваем и выезжаем на рыбалочку тестировать. Итак, друзья мои, очередная насадочка. Вот мой термос. Открываем. Эх, там получилась перловочка с ароматом. Кого? Правильно, кукурузы. Обалдеть, пахнет. Сейчас мы сольем водичку. Прикормку я уже сделал. Еще дома. Она у меня с ароматом перчика. Сейчас мы туда... Еще вот этого, конечно, жалко выливать, но ничего не поделаешь. Можно ее в прикормочку добавлять, вот эту водичку, и будет супер. Ну что ж, попробуем. Такая вот у нас перловка получилась. Я считаю, ништяк. Вот так вот две перловины на крючке. Забрасываем. Поклевочка была на перловку. Только забросил. Блин, ветер, не знаю, слышно меня или нет. Вот это да! Вот такая плотва. Кукуруза дает о себе знать. Перловка, пропитанная кукурузой, сразу приманила вот такую шикарную осеннюю плотву. Продолжаем. Дальше будет только интересней. Смотрим. Ребята, вот и флет сработал. Ёлы-палы, нажал на запись, побежал тянуть. Тяну, рассказываю, есть рыбина, есть. Смотрю, у меня камера не включена. Ёлы-палы, ну да ладно. Шикарная поклевочка, барабанил капитально. Вот такой вот подлещик. Две перловины. Ребята, думал, ряску тяну. Вот такой подлещик. Кто часто смотрит мои видео, уже в курсе, что река у нас превращается в болото. И какое бы место я ни выбрал, постоянно кормушка приходила с вот такой вот травой. Было иногда промежутки, когда этой травы было меньше. Буквально минут 15 удавалось комфортно половить. Но потом опять затягивала реку вот этой вот гнилой травой. Дно реки тоже было очень сильно замусорено, и частенько приходилось доставать вот таких рыбешек. Какие-то палки, ветки, дно просто было ими усыпано. Но и это еще не все. Глубина в точке моего лова была 2,5 метра, и проплывающие вот такие корабли полностью размывали закормочное пятно. После того, как проплывал такой кораблик, клев пропадал сразу на полчаса минимум. Если на инлайн доставал какие-то ветки, палки, то на флет клювали целые кусты. Сверху плывет тоненький слой ряски, но в толще воды плывут огромные кусты. И флетом частенько приходилось их вылавливать. Итак, друзья мои, ну что, перловочка получилась на славу. Аромат кукурузы от нее до сих пор идет, хоть она без крышки у меня стоит здесь сколько уже. Ну, наверное, часа два вот в таком состоянии. Рыбка поклевывает. Место, конечно, у нас ужасное, много травы. Ну, цель была не наловить рыбы, цель была проверить, будет ли клевать рыба на вот эту вот кукурузную перловку. Рыба клюет, так что можно искать хорошее место, где не столько вот этой вот плывет тины, ряски, грязи. И шикарно ловить плотву. Поймали густеру, поймали подлещика, поймали. Так что эта вся рыба смело берет на эту интересную перловку. Уверен, если в этой реке был бы карась, результат был бы тоже хороший. Карась бы обязательно пришел ее и попробовал. Все, друзья, подписываемся на канал, пишем комментарии. И до скорых встреч, они будут очень-очень скоро. Заходи на канал «Рыболовные путешествия». Там очень много видео, где мы тестируем различные интересные рыболовные насадки. Пока-пока. Пока. Рыболовные приключения. Все только начинается. Погнали.